рамках экологической акции «Таза Казахстан» в регионе в этом сезоне прошло порядка 160 мероприятий и 18 экологических акций, в которых приняли участие свыше 200 тысяч человек. Во время проведения акции убрали более 50 тысяч дворов и столько же территорий индивидуальных жилых домов. Надлежащее состояние приведены 578 историко-культурных памятников, 211 парков и скверов, а также 23 фонтана. Всего вывезено свыше 150 тысяч тонн мусора. В работах задействовали более 2000 единиц техники.